Здрасте. Вроде расчесывала брови. Так, я вышла, как всегда, погулять с Чарли. Он так вчера насиделся, что бегом-бегом побежал вперед меня к двери. Подруга уже позвонила, она там, мы сейчас с ней встретимся в кофейне. Позавтракаем. Я даже не завтракала, представляете? Я обычно первое, что делаю с утра, это завтракаю. А сегодня вот я не позавтракала. Там собака большая, но она добрая, это, наверное, соседская. У нас тут ремонтируют улицу одну. Не знаю, что надеть. Показывает 15 градусов на улице. Но у нас, знаете, за 2 часа я просыпаюсь 11 градусов когда. И буквально за 2-3 часа до 18 градусов доходит. А может и не доходит, поэтому не знаю, что надеть. Ну, я вот как-то так надела. Я сегодня девушка в красном, мне так прекрасно. Ну, шарфик больше для декора даже, чем для теплоты. Там оно ремонтирует дорогу даже. Не надо же. В общем, вот так. А потом пошляюсь по магазину, в Лидл надо съездить. В общем, все как обычно. Еды полный холодильник. Пирог нам теперь это целую неделю есть. В общем, гуляй, Вася, ешь опилки. Что-то я не люблю вот пуговицы, когда она самая прям меня душит постоянно. Нет, хорошая погода, не замерзну я так, может, даже запарюсь. Если я правильно поняла, то мы договорились в какой-то кафешке, либо в этой, либо в той. Но это если я правильно поняла. Смотрите, даже очередь стоит, ждет. Так. Где же она? Сказала, на угловой. Что-то я ее в упор не вижу. Сейчас буду звонить. Буду звонить. Ну вот, на это я... Может, она еще не пришла? Да ну нафиг. Буду звонить. Татьяна быстрее. Представляете, я вот тут прошла мимо нее, она уже там чурросы с шоколадом ела. Так, а где камарера чи-чи-чи? Вкусно? Да, принесли горячие, я это побыстрее кушаю. Холодные не люблю. Ну, естественно. Мне такое бой. Бой? Ну, стараюсь. Я не. Я вроде держусь, ну, вес, конечно, порядочный, но я... Чтобы не выше. Да. Ты, если увидишь ее, позови. Камарера. А ну или он, мне без разницы. Короче, я держусь в одном весе и думаю, ну и ладно. Главное не толстеть. Главное не вверх не ползти. Да. И тут такой этот принесли. Я говорю, я этим обедаю. Да. Кофе вот такой. Там помидоры должны быть. Да, есть. И хамон. Короче, вот сейчас ей должны покрасить. И она и мебель на кухню уже поставила. Машинку стиральную. Ну, то есть она прям уже живет там, да? Нет, пока не живет. У подружки живет. Ну и вот, сейчас ждет. Мне сейчас вот дали контракт на 3 месяца. Посмотрим. Если и говорит, сейчас 7 стали после 3 месяца, которые раньше были на 3 месяца. Продляют только на месяц. Говорит, если мне на месяц продлят, я пока не буду, говорит, мне это покупать, все остальное. У меня там есть маленько денег, а потом говорит, если я работу не найду, на что жить-то вообще? Вот да. Она сейчас боится. Говорит, если мне продлят хотя бы на 3 месяца, говорит, я, говорит, мебель возьму, что там ей самое необходимое возьмет. Так... Все, мы распрощались с Татьяной. И я пошла уже по магазинам, совершенно забыв, что я же вчера с Кристиной, с русской девочкой, которая продает русскую еду, договорилась купить мойвы у нее, копченые, обожаю, соленую рыбу, вообще рыбу обожаю. И такая уже хожу, думаю, блин, мне же за рыбой надо идти. А я почти дошла. Потом мы стали заболтались, я повернулась, пошла. В общем, привет. Сейчас быстренько добегу. Заберу рыбку. Сколько времени? Ой, блин, часов все время забываю, что часов нет. У нас уже везде скидки начинаются, по-моему, типа рождественские. В труселя зайти посмотреть, что ли. Woman Secret. Было 37, сейчас 25. Пижамки. Носочки 3 евро.
что-то. Как странно, что музыка не орёт вовсю. Что-то ничего не хочу. Когда ничего не хочу... Сейчас в Приморь зайду. Вот там я точно что-нибудь хочу. Всегда и везде. А что, очередь, что ли, на входе или что? Столько народу, что ли, там или что, не помню. Сейчас все подарки покупают, поэтому непонятно. Скидки везде. Чарли, наверное, не понял, что это было. Я зашла и быстро вышла из дома. Девушка в красном. Вы так прекрасны. Даже ботинки красные. В общем, я за деньгой зашла. Думаю, взять денежку и поеду в Лидл. Там есть еще Киаби. Потом... В общем, кое-что хочу купить. Там по понедельникам уже всякие предложения дают, все дела. Вот, и зайду. По полной я сегодня гуляю. На улице так хорошо, слышите? В общем, мой соловей поет. Соловей песенки поет. Мне нравится, как я сегодня поднакрасилась. Слышите, слышите? Уже, наверное, часов, как вот солнце встает, и он начинает петь. Так, я уже дома. Что купила в Лидле? В общем, купила сегодня подушки. Это вот такая подушка, чтобы с ней спать в обнимку. Чтоб, короче, вот так вот положил ее. И вот так лег, и вот так спать. Вот так. Да, Чарли, так как спать надо? Показывай, как спать надо. Вот так, да. В общем, у меня такая уже одна есть. То есть у меня моя подушка, вот она. У мужа, кстати, тоже есть, но ее уже надо заменить. И вот я ему на Новый год подарю такую подушку на Рождество. Кстати, очень удобно. Я не знаю, потому что раньше, знаете, одеяло или еще что-то там запихивал, подпихивал. А это так вот как с ней обнимешься и спишь сладким сном. Ой, красота. Вот если, короче, вы не спите с подушкой так, то попробуйте, очень удобно. Вот. Она в Лидле 10 евро стоит, довольно-таки хорошая подушка. Может, я себе новую возьму, а ему старую отдам? А, нет, у меня, смотрите, у меня тут вот сразу расстегивается и сразу наполнитель. А у меня она немного по-другому. У меня снимается это чехол, его можно отдельно постирать. По-моему. Видите, у меня вот та, а нет, да, она там, видите, в чехле еще одном. А здесь чехол. На чехле сэкономили на одном. Кстати, вот такие вот наволочки тоже на замке я тоже брала в Лидле. Классные и очень удобно. Так что, смотрите, сэкономили на одном этом. Ну ладно. Так что у него вот есть одна. Я ему поменяю. Еще одну купила подушку. Она, в общем, как... Сейчас покажу. Вот такая. Типа релакс. Это мне, чтобы тут валяться. Вот такие они не очень удобные. А это чтобы... О, кстати. Эй, тут нарисовано же. Вот так надо спать. Видите?
Как это мадам? Ну-ка. Сейчас посмотрим. Я вообще люблю разные подушки. И, но только не декоративные, а вот чтобы именно они... Что-то какой-то маленький. Ой. Что-то я думала, он помягче будет. Ой. Да, Чарли, самой-то я никак не умещусь. Нет, ну ты посмотри. Да. Вот так и живем. Вот так и живем. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Что-то как-то... Ой, мандыкнулась моя. Приспособиться, в общем, к ней надо, чтобы вот так вот лежать и телек смотреть. Что-то я не пойму, удобно мне или неудобно. Что-то как-то не очень. Все, Чарли на своем месте. Тебе там удобно? Ой, скотина такая. Скотина такая, ты скотинная. Ой, как люблю, не могу. В общем, будем думать, удобно мне так в ней с ней или неудобно. Пока сюда. У меня тут, смотрите, и эта подушка, и эта подушка, и эта подушка. Так, что еще купила в Лидле? Купила чай вот такой. Он идет травяной для вывода разных шлаков. И мочегонный, там все дела. И черная смородина. Вот такие вот Delicias del Mar червячки. Они, это знаете, как типа крабовых палочек. Тоже сурими. Вот, с креветками уже, кстати, очень вкусные. И они шли с предложением. Чек я даже не... Чарль, ну подожди ты, господи. Вот, чек, чек. Дай людям показать. Вот они и шли по предложению. Смотрите, за 3,38 две штуки, но евро 0,2 скидка, видите? То есть за 2,36 мне вот две штуки. 2,15 рубля, да, каждая из них. Это я вот очень вкусные, кстати. Они на Новый год яичко разбить, разогреть, и все готово. Да етит твою налево. Нет, ты посмотри, а. Ты там ничего нету. Чай, кстати, рубль стоил. У нас в Лидл привезли разные экзотические фрукты. И вот, смотрите, личи никогда не ела. Хотя вот у нас они в доступе. Вы когда-нибудь пробовали личи? Я никогда не ела, не знаю... В банках консервированных ела. А так, они у нас, кстати, недорогие. Килограмм стоит... Кольцо все время перекручивается. Килограмм стоит личи 2,99. Я вот взяла 300 грамм. Причем ровно 300 грамм. Так. Мини-моцареллу взяла для салатов. Сливочное масло. И вот такой сырок. Тоже попробовать. Суавы. Нежный, ну такой это, есть форте, он более вонючий, выдержанный, а это не очень выдержанный, значит не такой вонючий. Я не люблю сыры очень вонючие, он что-то 1,50 рубля стоил, по-моему. Не помню, а 1,19 рубля даже, ну и все. Это вот что из еды. А еще же в Приморье я брала. Чай рубль стоит, говорил. В Приморье было. Как можно в Приморье зайти и ничего не купить? Такого невозможно. Очки это мои. Вонючку взяла для машины. Естественно, зеленое яблоко. Написано, даже и не думаю спеть. Я уже приготовила в машину повесить и забыла. Так, маска тоже не это, не того. Вот такую щеточку, чтобы помыть морду лица. Она всего рубль стоит. Так, сейчас откроем, посмотрим. Замуровали. А, с этой стороны. Ух ты. О, она, смотрите, снимается. Чтобы помыть ее, наверное, хорошенечко можно.
Теперь как бы еще надеть. Ой, какая нежная, такая классная. В общем, такая силиконовая штучка, прикольная. Угу. Вот такой серум взяла. Серум. Это не знаю, что такое серум. В общем, для лица. У меня закончился был. И вот здесь со всякими там... В общем, вот. Это я уже давно хотела. Это под глаза. Вот сюда. В общем, сейчас-то макияж-то никакой особо не делаем, правильно? Только глаза. Потому что тут маска, там маска. В общем, никто все равно не видит. Именно вот для этой зоны я вот эти всякие серумы... Блин, да как же они по-русски-то? Сыворотка. Сыворотку вот эту вот всякие вот сюда наношу, потому что сохнет очень сильно. Вот. А вот этот вот я давно его заметила, но не было в продаже. Это Дебора Милан. Фирма классный. Написано, что и подтягивает, и против морщин. В общем, и я на руке попробовала. Классный, действительно. Он стоит 10-11 евро почти. Ну, классный. Я такая подхожу, значит, а там их, видимо, только привезли, и пробник еще не начатый. Ну, тут вот было написано, что это пробник. Я, значит, крышку сняла, трык-пырк, никак не могу попробовать. Позвала, ну, консультанта, говорю, как он вылазит-то она. Ой, это не вылазит, это новый, это не пробник. Я говорю, в смысле, говорю, не пробник, пробник. Нет, видите, вот тут не написано пробник, а колпачок у нее в руке вот так держит. Я говорю, ну, прочитайте на колпачке, это написан пробник. Она такая, ой, правда, извините, это просто не видела все время вот там, вот там вся с извинениями. Я говорю, ну, это все понятно. Нет, она без... Ну, прям, знаете, уже начинала наезжать, что, типа, ты дурочка такая, вот, ты читать не умеешь. Я-то как раз читать-то и умею. И я говорю, сколько он стоит-то? Потому что там даже ценника не было. Она побежала быстрее за ценником. В общем, 10 с лишним он стоит. Но он классный, действительно. Вот, мне прям на руке... Ну, на руке попробовала. Мне очень суперски понравилось. И вот я тоже такой вот спонжик... приобрела вот именно для этой зоны, потому что у меня слишком большой есть, и он неудобный. А этот такой мягенький, и специально, и он еще закрывается, чтобы всякую пылюку не собирать. И что-то тоже он недорогой, около 2 евро стоил. Его можно и мыть, и все дела. И мне кажется, очень вот он такой удобный будет для этих целей. Так что вот так вот пойти в Primor и ничего не купить. За Moiva я, она открывается, оказывается, с 11, а я раньше выходила. Поэтому пойду сейчас поем. И часиков в 3 хочу прогуляться с Чарли. Как раз дойду до магазина в русского. И она там до 5, по-моему, будет. И вот приобрету. Слышите, как мой Чучи поет? Надо ему яблочко за это отнести. Заслужил. Ну что, давайте попробуем личи. Как их едят-то? Ой, бляха-мух, что-то тут льется. Сочный. Сочный, вкусный, как арбуз. Прям сок течет. Слушайте, сладенько. Как яйцо. Аж куряю. Яичко. Вкусно, только жрать там нечего. Абсолютно. От слова совсем. Шкурочка. И косточка огромная. Ну надо же. Чего только не придумают. Но вкусно. Знаете, вместо семечек. Наверное, это полезнее. Смотрите. И усё.
Пробовали такое? Скажите, пожалуйста. Но сочное. Мне нравится, кстати, консервированный вкус один в один. То же самое, что консервированное, что не консервированное. Вкусно. Вместо семечек. Когда телек смотришь, телевизор, я, знаете, люблю что-нибудь. Вот семечки не именно не чищенные, а вот именно их чистить. Сок же, наверное, полезный. Надо его по морде размазать. Вот. А люблю их чистить, вот, все такое, вот. И это тоже, знаете, чем-то заняться. В общем-то, вот так. Сейчас я себе разогрею щи, пирог, и вот этим буду сегодня питаться. Так, мне кажется, что видео получится длинным, поэтому я его разделю на две части. Эту вы уже посмотрели. Жду от вас лайков. Опять у меня что-то в глазу. Лайков, комментариев. Я продолжаю снимать. Будьте на связи. Должно быть интересно. До новых встреч!